Всем привет! Сегодня поделюсь своей очередной коллекцией, частью очередной коллекции. Такие вот у меня фигуры, статуэтки. С правой стороны сказочные персонажи, в основном из сказки, украинши. Вот это еще царица Медной горы. Как я знаю, такая вот дама. Это итальянский фарфор Армани, Каппадимонте фабрика. Сейчас увеличим. Вот. Флоренция. Джузеппе Армани. Джузеппе Армани. Это музыканты. Группа музыкантов. На платформе. Туфельки. На столе цветы, букет, пианино или рояль, барышня на рояле шпилит, в кейсе, это в дудку свистит. Здесь мама с сыном. Так вот. Или ангелок это. С ангелком, короче. Платье все в розах, в лепнинке. По окружности очень интересно. Работа. Лица типичные. Немецкие. Такая платформа. Дама в шляпе. Там еще девушка сидит с розочкой. Скамеечки. В палате в голубом. Так. Танцерина завязывает туфельку. Фифочка. Тоже немецкий фарфор. Валлендорф. Так вот, пара стоит. Это старенькая фигура. На платформе такие чисто немецкие лица. Некрасивые. ДДР.
Так. Еще одна танцерина. Тоже немецкий фарфор. Сейчас уже забыл, не скажу точно. Придумать тоже не буду. Вот такая вот дама в платье с корзиночкой. Вот штемпель. Да, Германия. Так. Такая вот девчушка сидит на крылечке. Туфельки, ботиночки всякие стоят. Это у нас Гобель. Ким Андерсон. Так, следующий. Это подсвечник на 5 свечей. Мишель что-то там увидел. У нас сегодня гроза, дождик идет. Сейчас вот только закончилось греметь. Часа полтора гремело, гремело. Вот он такой красявочный весь. Стиль барокко, в лепнинах, цветочки. Все цветочки на месте. Ничто не обломано нигде. Что это редкость. Такой вот подсвечник на 5 свечей. К нему еще надо пару. Смотрел в интернете. Девушка стоит. Такой же подсвечник стоит 700 евро. Так что, дорогой подсвечник, чтобы купить ему пару. Вроде попадется вот такая еще танцерина. Личико такое миленькое, зеркальце смотрит, пудрится. Это у нас Шаубах Кунст, Германия. Очень осторожно она здесь. Фигурки все дорогие, как бы не побить. Вот такие вот две фифы пара с кавалером. Кавалер. Дама. Платье такое шикарное у ней. На платформе. Такие платформы с золотом, туфельки. Шляпу снял. С букетом стоит. Видать, в любви признается. Так, еще вот на заднем фоне от Армани тоже фигуры. Пара свадебных нарядах. Так, это пара кобальтовым костюме цветом с попугаем. А это вот его сейчас даму покажу. Дама.
Это Чехия. Тоже на платформах с зайчиком. Зайчик или собачка там, не знаю. Нет, это собачка. Хвостик более большой. Вот. Чехия. А фирма Дукс вроде. Так. Сейчас еще у мужичка посмотрим. Сам штемпель. Чехословацкая. Вот такой вот красный штемпель еще приделанный. Сидят дети на платформе. На платформе дети за столом кушают. Сейчас уменьшу. Такие вот детишки за столом кашу едят. Две девочки. Это вообще маленькая девочка. Платформа, на стульчиках сидят, это уж немецкий порцелян, фарфор, Нойендорф, так, здесь мы видим карета, лошадки две, запряженные, кучера сидят с двух сторон. Типичные немецкие лица. Барышня, кавалер встречает ее. Приехала. Еще один кучерок. Красочная одежда. Кобальтовый раскрас голубой. Такая вот тачка на четырех колесах. Сейчас получится посмотреть фактуру. Да, это Грофенхаль. Моден Германия, Эхт Кобальт. Номер платформы. Немецкая мануфактура. Так, вроде все показал, да? Кроме вот этих. Это пошли румынские танцерины. Из Румынии приехали. Такая фифка. Такая вот сидит. Это тоже фирма румынская. Платье ажурное. Да, тоже румынская вроде. Румынская, что ли? Еще какая, не знаю. Что-то не пойму я. Такая вот пара сидит. Интересная. Очень красивое платье. Лепнина, роза. Золото. Розы идут.
такая вот барышня в шале. С розой. Это у меня какой-то вот крест под глазурью. Только есть. И все, больше ничего нет. Чей тоже не скажу. Фарфор. Так, еще вот одна. Made in Romania. Уже другая марка. Фактура. Румынский я не понимаю у них. Не интересует. Это у нас Хучеройтер. Новогодние. Все. На этом буду заканчивать. Кому понравилось, ставим лайки. Подписываемся, кто не подписан. Всем пока.